За мной! Извини, что так вышло с пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними и мы. Сейчас там, наверное, тоже что и здесь. Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. А вы с дочкой вдвоем? Я обещал за ней присмотреть. Да, я понимаю. Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не видно. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Элли, ничего. Прикрывай. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. Сэм, а где остальные? Остайся с ней. Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Иду туда. Получилось. Неплохо, старик. Так, лезь на этот грузовик. Нам сюда. Это не опасно? Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Все прошли. Это здесь. А сколько тебе лет? Мне 14. А тебе сколько? А, мне тоже. Тебе 14? Почти. Ладно. Да. Мы пришли. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли.
Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу, сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одно. Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Давайте разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Ты как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Есть. Все, пошли. Эй, слышь, щелкун! Слышу, только не вижу! Держи его, вон он там! Готовенького! Видала? Не дурно. Ч
Джоэл, фонарь видишь? Человек. Вижу. Черт, нас заметили! Спрячься где-нибудь. Ты сгоришь. Прикрой. Ищем его. Он где-то рядом. Глянем на улице. Так, внизу. Выходи, трус. Прикройте, я выдвигаюсь. Все, разобрались. Генри, помоги ко мне. Ладно. Готов? Стой, стой, стой! Эй, они здесь! Твою мать! Ну вот. Есть. Ну, пошли. Не расслабляйтесь, мы еще не выбрались. Так, ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт. Быстро, быстро. Держи! Теперь тащим его! Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Сейчас. Я с тобой. Жопы. Разделитесь, могут здесь пройти. О, черт. Конец! Давай ползком.
Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Артура! Джоэл! Держу! Генри! Он очнулся! Привет. Мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил? Он жив! Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри! Слушай! Эй! Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделал. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас. Нас обоих. Мы бы утонули. Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть.